Та-дам! Всем привет, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас первый заказ из каталога Oriflame номер один. Начался Новый год, и первый заказ, хотя я его делала в прошлом году, но я точно помню, что здесь заказ на 250 баллов и очень много вкусняшек. И несмотря на то, что я не успела даже пообщаться со всеми клиентами, у меня очень много заказов от клиентов. Ну и как обычно, здесь куча бумажек, прайс-лист. Бумажки это накладные, и буду смотреть по порядку, даже не помню, что заказывала. О, целая гора, как вы думаете, чего? Зубных щеток. Их здесь 7 штук вижу уже сразу на поверхности, не знаю, сколько еще будет потом. В основном все сиреневого цвета, и одна щеточка розовая. Розовая — это мягкие щетинки, сиреневая — это моя любимая средней жесткости. Вот она самое то, что нужно. Щадяще чистит зубы, при этом очень хорошо очищает их, и межзубное пространство чистит супер. И в этом каталоге цена на щетки и на зубные пасты всего 99 рублей, поэтому так много заказов. Вы знаете, я потихонечку приучаю клиентов к каким-то продуктам. Например, пришла клиентка, говорит: ой, слушай, зубная паста нужна. Я ей говорю: может быть, щеточку к пасте? Она: да, давай попробую. Попробовала, в заказе 4 щетки сразу. Другой дала тоже щетку, ну как бы как сопутствующий товар, говорю: может, новую щеточку? Щетки же часто нужно менять, там раз в месяц, максимум раз в 2 месяца. Итак, пошли зубные пасты. А ты что спать лег? Тебя что, зря кормили? Так, зубные пасты, 2 отбеливающие вижу и защитные. Защитных будет очень много, сразу их буду так компактненько ставить. Моя любимая — защитная и травяной комплекс. Отбеливающие я пользуюсь крайне редко, потому что берегу зубы. Есть одна паста гелевая, даже не одна, мне кажется, несколько человек заказали, хотя вот в нашей семье гелевая паста не прижилась, не очень нравится, не знаю почему, просто как-то рисковатая вот она, хотя чистит классно, все с ней супер. С ней ничего не плохо, не переживайте, паста замечательная, просто нет такой вот, как бы, ну не знаю, привычки. Когда есть выбор, можно выбрать из каких-то многих продуктов, то мы выбираем, конечно, то, что больше всего нравится. Пока вижу 6 тушей в заказе, это все туши с пушистой кисточкой, термостойкие. Что значит термостойкие? Они смываются не специальным средством, а просто очень теплой водой. Они снимаются с ресничек вот просто как одежда, и вот таких вот кругов не оставляют. Это великолепная тушь, у нее такая пушистая кисть. Есть в этой серии вторая тушь красная с малюсенькой кисточкой, но вот больше все-таки нравится вот эта черная с пушистой кисточкой. Она реально делает такие опахала, классные пушистые объемные ресницы, ну вот просто чудо. Это тоже под заказ набор, он находится, по-моему, во вставке каталога. Набор секрет, это новогодняя серия, в прошлом году как раз этот был наборчик. Он очень приятный, особенно мне нравится мыло, оно прозрачное такое, красненькое, и у него приятный аромат. Но это тоже заказали, люблю, когда клиенты предприимчиво сами находят, что заказать. Так, здесь в заказе тушь, это тушь черная On Color, новая серия, она тюбик синий, но тушь внутри черная, вот это тоже важно, важно знать, чтобы не путались. 2 помады под заказ, тоже On Color. Те, кто хотел заказать, я с ними еще не успела встретиться, я думаю, что на эту помаду будет море заказов. Одна очень светленькая, персиковый такой оттенок. Коды все будут под видео, не буду утруждаться, так мелко написано, не увижу все равно, какой код. А вторая оранжевая, как апельсин. Это, кстати, заказала клиентка повторно эту помаду. В позапрошлом каталоге она ее взяла, хотя ей не свойственно красить яркие губы. Она говорит: ну что-то захотелось. И когда я к ней пришла и увидела с этой помадой, говорю: Галочка, как вам идет? Она говорит: слушай, вот никогда не красила яркие губы, а это прям вот нравится, хочу еще. И она заказала себе сразу в запас точно такую же помаду. Ну, по 99 рублей цена каталога, грех не заказать. Это мне, это бальзам, и, кстати, к нему же я заказала отшелушивающую вот эту насадку на пальничник. Кстати, многие девочки пишут, что точно такого же качества детские зубные щеточки, прям для совсем вот малышей и грудничков. Ну, у меня как бы грудничков нет, ну такой массажер для губ отшелушивающий, скрабирующий, я, конечно, хочу попробовать. У нас на канале есть отдельное видео, где я тестирую
насадку с бальзамом, со смягчающим средством отдельно, то есть пробую так и так. Девочки писали в комментариях, что можно медом намазать губы, пошкрабить, но я пока не пробовала, не знаю, не буду такие рекомендации давать. Я знаю, что есть специальные скрабики для губ, и с этой насадочкой будет усиливаться эффект. А бальзам я себе взяла персиковый, конечно, потому что сейчас под новый цвет волос мне больше идут теплые оттенки. Вот так выглядит напальчник. Вот он просто одевается, очень комфортно, удобно. У меня пальцы, ну, не сильно худые, не толстые, средние, поэтому я думаю, что, ну, на большой размер руки тоже подойдет. Если что, можно на мизинчик одеть, а если не одевается, можно просто взять руки и потереть. Очень мягенькие, мягенькие силиконовые вот эти вот, как же их назвать, пупырки, ворсинки. Их ворсинками ты не назовешь, они такие мягенькие, как щупальца, пушистенькие. Сейчас пробовать не буду, потому что желательно помыть перед применением, и губы у меня накрашены, и понятно, что сейчас тест не удастся. Но зато я могу понюхать еще раз этот вкус, вот вкус детства. У меня у мамы, у бабушки были такие же помады, и они также вкусно пахли. А, необыкновенный. Ну а по цвету практически бесцветный, легкий-легкий персиковый оттенок. Вы его даже не увидите у меня на руке, но видео посмотрите, на губах все-таки видно. Легенький персиковый классный оттенок. У этого бальзама огромное количество просто показаний, которые он делает с губами, то есть для кожи губ он настолько полезен, благоприятен, помимо всех его увлажняющих, ухаживающих качеств, еще и высокий SPF фактор, по-моему, SPF 25, если мне не изменяет моя память, девичья, вот, надеюсь, что не изменяет. Так, здесь под заказ хайлайтер в тюбике, тоже я его всегда вам показываю, когда делаю макияж, он даже сейчас у меня на лице. Я обожаю этот хайлайтер, потому что у него приятный легкий-легкий розоватый оттенок, вот легкая вот свежесть на лице. И я когда наношу этот хайлайтер, я прям вижу, как лицо вот так включается, прям как лампочка включается, начинает сиять, выглядит молодо, свежо, очень красиво. Поэтому просто рекомендую. Как у меня получился этот заказ? Я просто дала попробовать свой хайлайтер, просто показала, как он работает на девочке, и она сразу сказала: хочу, хочу, и без вопросов. Так, здесь очень крупный заказ от одной клиентки, сейчас покажу, то есть практически вся коробка это ее заказ. Мужская серия, здесь, я так понимаю, гель, средство для умывания, скраб для лица 2 в 1, мужской. Здесь у нас, а что здесь? Здесь какой-то тонизирующий гель для лица, тоже мужской, как альтернатива, если Novage для клиента дорого, да, недоступно, мы рекомендуем вот эту серию Nord for Men, и она классная, и выглядит очень хорошо, то есть такие хорошие флаконы, мужественные, и три дезодоранта шариковых, все одинаковые, потому что других в каталоге нет, а она мне сказала, что ей на подарок нужны именно мужские дезодоранты, и очень много желательно, она бы взяла все с ароматами, но так как нет в каталоге, она просто взяла одинаковые, но неплохо. И эта же клиентка заказала два шампуня-активаторы роста волос. Как вы думаете, почему она их заказала? Ну, во-первых, первая причина — это то, что она их уже испытала на себе, у нее было прям вот просто такой прогресс с этим шампунем, она говорит: слушай, Лиля, класс, работает. Она еще брала тоник из этой же серии, тоже регулярно пользовалась, у нее реально восстановился волосяной покров. А две почему? Потому что сейчас идет акция, при покупке двух дополнительная скидка, и получается выгодная цена. Открывайте каталог, мониторьте цены. Потому что я себе тоже закажу таких шампуней, еще не успела все заказать, что хотела, но основные заказы уже сделали. И здесь один лосьон тоже для этой же клиентки, Loving Care с миндалем и молоком, потрясающая серия, очень вкусная, один, кстати, мой лосьон, и она его тоже уже брала, и у меня несколько клиенток обожают этот лосьон, вот просто реально обожают и ждут, когда на него будет большая скидка. Здесь 400 миллилитров, то есть его надолго хватает, у него приятная нежная текстура. А что я говорю, давайте я вам покажу, я сейчас свой открою. Я любитель лосьонов всевозможных,
кремов, вы знаете, что я их не экономлю, покупаю очень много, зря так много выдавила, потому что буду еще тестировать крем. Вот сюда отставлю, ну мой уже без пломбы, заметьте, что очень хорошо запечатаны все флакончики на пломбочке, вы просто так не откроете, надо вскрыть пломбу. Итак, пробуем вот такой лосьон, смотрите. Ой, как я соскучилась по этому аромату приятному, ну теперь на всю руку, хорошо, что платье с одним рукавом, как специально, как знала, одела именно такое. Ох, как приятненько, супер, вот хватило на всю руку вот такой маленькой капельки. Так, что здесь? Все, в этой коробке пусто, открываем следующую. Соня, развернись хоть к нам, ну хоть развернись, ну давай, вредина. Еще одна защитная паста уходит сюда, в эту коллекцию. И сейчас покажу шампуни тоже под заказ, 400 миллилитров. Это шампунь восстанавливающий, тоже под заказ клиентки. Вот вы знаете, просто убедила, что надо попробовать этот шампунь, потому что я им сама пользуюсь практически постоянно, он у нас есть в использовании, у нас сразу открыто, ну где-то 4, наверное, сейчас шампуня открыто, и этот всегда есть, вот всегда. Просто уговорила попробовать, потом привезла CC-крем, привезла бальзам, привезла маску, и теперь все пользуется, всем пользуется, мама, дочка. И когда я сказала, что на него скидка и большой объем, она сказала, давай два, потом, говорит, может, еще подумаю. Вот, так что главное рассказать человеку, что это даст результат, и убедить попробовать хотя бы один раз. А тут в заказе вот такие гиганты, это пена для ванной, одна мне, поэтому сразу взламываем. Мы с вами сегодня просто как мега профессиональные взломщики, все открываем. Сочный персик, не просто абрикос, да, это же персик, пич или абрикос, я вот честно говоря, пена для ванны, по-моему, персик, дайте я гляну, а то я, может быть, я забыла, потому что ароматный персик, все правильно, ну-ка. Вот я давно в ванну хотела принять, вот сегодня я этим и займусь, опробую пену. Как показывает практика, наши пены очень густые, но их нужно правильно взбултыхать, нужно открыть воду, сильный напор, быстро налить туда нужное количество пены и руками как блендером вот так вот сделать, взбить эту пену, вот когда будет маленькое количество воды, то есть она легче взбивается, когда много воды, вы уже не взобьете пену, взбить, набрать ванну столько, сколько вам нужно, и погрузиться в нее. И вот эта пена издает потрясающий аромат и очень стойкая, то есть вы пролежите 20-30 минут, она будет потихоньку осаживаться, но не быстро, то есть этот кайф, как будто, вот я не знаю, ну кайф просто, это тоже мне. А вторая, кстати, для этой же девочки, вот, они очень любят ванну принимать, и дочка у нее, малышка, первоклашка, тоже очень любит купаться в ванной. Здесь у нас три крема для рук, это все под заказ, и эти крема я частенько вам показываю, у них консистенция очень приятная, мы будем пробовать с кокосом крем такой же, я вам ее покажу. Обалденные крема, вот все, на любой вкус выбирайте, любите ли вы арнику, алоэ или авокадо, вот выберите себе свой любимый вкус и, пожалуйста, заказывайте, пока они по 89 рублей, это будет самое то. Так, здесь у нас пакетик, гора каталогов, новый каталог, я еще не смотрела, потому что только сейчас привезли заказы, они холодные еще, просто вот каталог еще холодный, первая поставка задержалась. Так, здесь у меня пробнички, пока отложу в сторону, потом покажу. Так, это тоже кто-то заказал, ух ты, слушайте, я даже не видела, что гель для душа в праздничной упаковке, тут прыгает заяц, елочные игрушки висят, этот у нас с витамином Е, и по-моему он пахнет апельсином, по крайней мере у меня такой же рыжий еще не закончился, он с апельсиновым таким ароматом. И еще одна зубная паста, я даже не удивляюсь, потому что я помню, что их было очень много, их как-то раскидали по разным коробкам. Я взяла трафарет, вы знаете, я в общем-то уже научилась красить стрелки без какой-то помощи, каких-то там инструментов, мне не нужны вилки, ложки, линейки, круги, что угодно, но вы знаете, какое появилось любопытство попробовать этот трафарет, потому что, может быть, для новичков маленькая линеечка,
для новичков нужно это, и я попробую эту штуку и потом запишу видео, то есть я поэкспериментирую. Смотрите, это вот такая вот маленькая лекала, которой мы рисуем стрелки. Но я попробую. Их можно, значит, прикладывать так, 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 по форме глаза, да, подкладывать, и получится стрелка. Главное не потерять. Я обратно положу в эту картонку, вот, запечатаю. Ну, попробую. Вот тут даже есть инструкция. В начале на обложке есть инструкция, что и делать. Уже не терпится экспериментировать. Мой дух экспериментатора просится вырваться на волю. Так, еще одну коробку спускаю вниз или вот так разверну. И осталась третья коробка. Вы представляете, три коробки гигантские. Так, еще одна бумажка сюда брошу. Ух ты! Смотрите, что у меня. Еще лосьоны для тела, вот такие вот с миндалем. Куда их уже ставить, не знаю. Вот сюда поставлю, вот сюда поставлю, вот сюда. Итого их уже 5. Еще зубные пасты. Это, кстати, гелевые пасты. Да, я вспомнила, кто мне их заказал. Ага, так, все правильно. Я уже в шоке. С 50% скидкой я, конечно, взяла крем Экологен для кожи вокруг глаз, мой любимый крем. У меня его, кстати, тоже часто заказывают, поэтому я его на него трачу свою 50% скидку. Здесь новинки, крема для рук с кокосом. Я люблю кокос, очень люблю, поэтому я из всех кремов, конечно же, выбрала его, потому что люблю. Во-первых, флакон очень прикольно сделан, дизайн красивый. Ну вот он по консистенции, видите, какой крем. Он не густой, не жирный, но при этом он не как вода, он не льется, то есть он не лосьон. Так, это мой, отставляю. Видите, то есть он держится, я даже руку переворачиваю, и он тает. Я прям чувствую, как он начинает согреваться, тает, и вкусняшка. Кокос есть кокос. И я очень часто руки кремом мажу, я в день по нескольку раз, поэтому у меня эти тюбики летят один за другим. И когда мы снимаем пустые баночки, 1-2 пустые всегда есть, заметьте. Я вот что-что, а ухаживать за руками нужно, потому что кожа на руках очень тонкая и очень быстро старится, как и кожа на шее. Вот тут, если вы потрогаете, то она постепенно истончается. Желательно, конечно, дома, когда вы делаете какую-то уборку, моете посуду, пользоваться перчатками. Но никак вот не могу, я прям делаю в перчатках, потом опять забываю и делаю без перчаток. Вот сейчас делала красивый маникюр, и поэтому мою посуду в перчаточках, вот. Но это не всегда. Так, еще здесь кое-что спрячу пока и покажу вам, что я себе заказала. Надеюсь, все целое. Это вставка в каталог. Там у нас есть посуда фарфоровая, которая была у нас по акции, а потом ее потихонечку пускают в распродажу. Цены, в общем-то, очень доступные, можно, да, докупить все. Я собрала себе всю коллекцию, у нас будет в новом доме белый сервиз Oriflame, мы будем им пользоваться. И я взяла в этот раз, я, кстати, не видела раньше, что она была, нигде не видела эту тортницу. Это такая этажерка. Да, она целая, и у нее должен быть соединительный. Да, все есть. Слушайте, ну тут, наверное, нужно мужские Мишины руки, чтобы он это собрал. Все, сейчас я его позову, он нам соберет, а потом я вам покажу в сборке. Ну, сами тарелочки очень красивые, самое главное, целое, все пришло, посуда хорошо упакована. Вот. Ну, вот чуть попозже Мишу попрошу нам все это сделать, и вот так вот будет выглядеть красиво. Вот так вот. Все, коробку пока убираю. А что здесь еще? Еще сухой шампунь для себя и что-то еще, и три шампуня от перхоти, и все в одни руки. Кстати, я думала, их вообще сняли с производства, эти шампуни. У меня одна клиентка все время их берет и говорит, что они ей лучше всего помогают от перхоти, а тут их нет и нет и нет и нет. И я ей сказала уже, что их не будет, ищите что-то другое альтернативное. И тут я их увидела в каталоге, да еще и со скидкой, там когда два берешь, то на них скидка больше. Она заказала 3, а я себе взяла один сухой шампунь. Мне он очень нравится, как раз у меня кончился, мне он нужен. Не поверите, что здесь в заказе еще 4 зубные пасты. Они уже не помещаются у меня на столе, я буду их тут кучки просто складывать. 4 пасты, и все это разойдется, конечно же, момент. Маска, пленка черная.
с углем, да, с углем она, по-моему. Один тюбик мы такой использовали, мне нравится. У меня, конечно, нет черных точек, там слишком крупных пор, я кайфую просто от пленок. Вот мне нравится сам процесс, особенно когда я ее снимаю, это что-то невероятное. Мне понравилось то, что она черная, это так прикольно наносится, такая черная маска, очень весело смотрится. Ну вот похохотать, конечно, кайф просто. Я взяла себе маску на Vege по акции, то есть сейчас она идет по акции, если заказ на 1000 рублей из этого каталога или 500 из прошлого, 500 из этого, то тоже она идет с большой скидкой прямо в начале каталога. Смотрите, классные цены. Дальше я взяла пока одну омегу и еще уже один заказ отправила, там тоже омега. Омега тоже по этой акции идет с хорошей скидкой, и когда на нее скидка, такое бывает, мне кажется, раз в год, я никогда не упускаю возможности взять несколько баночек. Но опять же смотрим по финансам, чтобы, да, тоже невозможно же сделать запасы на всю жизнь, хотелось бы, конечно, но нет, нереально. Ну вот когда есть такая возможность, мы берем несколько баночек. И угадайте, что у меня последнее в коробке. Угадали? Я уверена, что вы угадали, потому что это новый Озе крем гидромат, который матирует, увлажняя. Я его потестила в бизнес-центре, взяла себе Fire, светлый цвет, потому что у меня кожа очень белая, и жду с нетерпением завтрашнего дня, чтобы его уже нанести, ну не просто как в бизнес-центре, да, а в домашних условиях, с толком, со смаком, с расстановкой, чтобы прям вот прокайфовать на 100%. Вот я так люблю. Вот, так что крем мне очень понравился. Я его носила тогда, получается, где-то перед обедом я сделала с ним макияж, носила до вечера, он себя прекрасно проявил, то есть никакого блеска не появилось, поры не забились. Для меня очень важно, чтобы вот поры не забивались, потому что вот эта зона около носа, и тут чуть-чуть поры расширены, и есть такие тональники, которые просто их забивают, и их видно, особенно близко. Конечно, когда издалека не видно, но когда близко, то видно. И еще покажу вам вот такую фишечку. У нас проходит акция в начале каталога, вы можете увидеть. Можно заказать набор пробников. Смотрите, что мне прислали. Пробник на Vege для глаз, по-моему. Да, для глаз пробник крема на Vege Ultimate Lift. Мне прислали пробник помады какой-то, не знаю какой, приятный светлый оттенок. Два пробника новинок Eclat Amour женский и, не пойму, что написано, мужской, как называется. Ну, факт, что два пробника прислали и один каталог. И весь этот набор всего 69 рублей. Я, конечно, балда такая, не заказала их побольше и боюсь, что все выгребут, особенно после моего видео. Но зато мы сейчас с вами понюхаем. Самое главное, у меня будет понюхать. Просто мне они нужны для того, чтобы дарить. Это классные подарки, посмотрите, как упакованы. Пробнички можно вложить клиентам в заказ. А куда нанести? Где у меня место, не намазанное кремом? Что делать? Итак, пробуем на свободном месте. А еще, кстати, знаете, что придумала? Можно, вот тут прям внутри есть Эйфелева башенка, и я сейчас вот сюда попробую еще нанести капельку. А, просто интересно, что это за аромат? Какой он будет? В нем нотка прослеживается, или я ошибаюсь? Просто у меня тут намазана крема, вот отсюда вкусно пахнет. Вот кажется, такая есть нотка одна, которая есть в Мисс Джордани. Мне надо разнюхать. Я вам рекомендую обязательно взять пробники, потому что ну как вот без пробника оценить аромат. И мужской сейчас посмотрю тоже, как же он называется. Тон Джорс. Я могу ошибаться, я не сильна в английском. Так, вот тут тоже пробую на бумажечку прям. Ой-ой-ой-ой-ой. Вся буду в этом аромате. Буду пахнуть мужчином вкусным. А, вот мужской мне сразу прям нравится. А женский? Ну, короче, ароматы нужно выгуливать. Просто так, вот знаете, прочитать инструкцию, что тут написано, о, он такой классный, ноты белого ириса, фиалки, да, может быть, конечно, по ноткам можно себе определить, что да, это мой аромат, а вдруг какая-то вот одна нотка, которая вот точно не моя, вот что тогда делать? Вот такая нотка еще есть в туалетной воде, маскарад,
не знаю, может быть, неправильно называю, но вы понимаете, такая фиолетовая, и она мне не нравится, а здесь, мне кажется, она есть. Но тут я и не чувствую, и тут уже не чувствую. Как нужно выбрать аромат, как можно выбрать правильный аромат? Во-первых, взять пробник и ходить с ним несколько дней, вот насколько его хватит, на 3, на 4, на 5, на 10 дней, ну как вы пользуетесь, носить его с собой, добавлять и пробовать, потому что бывает такое, что аромат в первое впечатление дает такое фееричное, вау, какая прелесть, супер, невозможно устоять, а через несколько часов или, например, верхние ноты проходят 20-30 минут, идет сердцевина, и в ней именно та нота раскрывается, на которую у вас протест организма, может разболеться голова, может тошнота пойти, то есть все что угодно. Поэтому нельзя вот так, что вам кто-то сказал, это крутой аромат, надо брать, и все побежали брать. Нет, это настолько индивидуально, как одежда, кому-то платье идет, другому человеку это же платье, как на коровье седло. Понимаете, о чем я? Вот то же самое с ароматами. Поэтому, конечно, нужно слушать, да, экспертов, их мнение и так далее, но нужно иметь свое мнение и поносить аромат. Поэтому выписывайте, пока они есть на складе, выписываем и заказываем. Вот, по-моему, все. Кот, ты будешь прощаться? Он сегодня не в настроении, отвернулся и лежит там просто как будто обиженный. Ты чё? Ты чё? Вообще он добряк. А, ну что, обзор я вам показала, всю продукцию попробовали, то что буду тестировать, запишу отдельное видео, просто как ложится крем еще в домашних условиях, все покажу, все попробую еще раз на камеру, буквально прям завтра буду делать макияж и все запишем. Если у вас есть какие-то вопросы или пожелания, пишите в комментариях, просто давайте обратную связь, что полезного для вас в этом видео. Если хотите оформить скидку на весь ассортимент Oriflame, у вас ее еще до сих пор нет, или пишите мне, или заполняйте формочку заявки прямо под этим видео. Договорились? Ну теперь точно все. Пока-пока. До новых встреч. Самое главное — показать тортницу. Вот так она выглядит, такой размер, она не крупная, достаточно такая прям миниатюрная, я бы сказала, потому что у меня есть тоже такая фруктовница, она побольше, но она очень красиво сделана, собрать ее не составило никакого труда, мы просто соединили две вот эти детальки с помощью шурупчика и прокладочки поставили, и вот такая вот прелестная штучка будет дополнять общий сервиз. Мне нравится, и она стоит очень недорого даже. Все, теперь точно все. Пока-пока.